Привет, меня зовут Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и я вам хочу показать платье перед возвратом. Я его назад возвращаю, потому что оно мне, к сожалению, мало. Вот, и вот такая вот красота. Итак, это платье пришло в такой вот упаковочке Faberlic. Так, значит, это с длинным рукавом для женщины, ярко-синий, размер 46, я так понимаю, мой 48. Мало в груди, мало в попе, мало в руках, в плечах, все, в общем, мало. Так, состав 63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан и подкладка 100% полиэстер. И вот эта вот подкладка 100% полиэстер, вот я вам хочу сказать, если бы ее не было, я бы очень хорошо поместилась в этот 46 размер, а так у меня в основном грудь не вошла, попа более-менее нормально, не скажу, что сильно в обтяжку, но грудь вообще расплющила просто. Вот, я так понимаю, что мой размер, это, наверное, даже 48-50, да, 48-50, но опять-таки, когда я заказывала платье от Юдашкина, больше размером, оно мне было как раз в груди, но велико и в плечах, и в попе, и в талии, и вообще, хоть на заказ себе одежду шей, такая вот у меня интересная фигура, вот, но в целом хочется сказать, что платье по качеству хорошее, идеально прошитое, все ровненько, да, то есть все шовчики на месте, все просто великолепно. Оно немножко, вот совсем самую чуточку, как вам даже сказать, не знаю даже, как вам его описать, оно как-то вот наискосяк немножко тянется. И вот это вот наискосяк-то, если бы не было подклада, в принципе, да, подклад тут такой реально тугой, синтетический, да, то есть вшит, так я посмотрела, может быть, его можно убрать, но он тут реально очень вшит крепко, и если уж перешивать это платье, чтобы оно было как раз, да, чтобы оно в груди немножко растянулось, а то тут реально можно замучиться. Я сначала обрадовалась, думаю, о, оно на веревочках, сейчас я его уберу. Но нет, да, то есть без подклада я бы его с удовольствием, в принципе, носила. Я считаю, что вообще подклад лишний в этом платье, потому что он, я не знаю, какую функцию он выполняет, потому что он синтетический, кожа же с ним не будет дышать и все такое прочее. В общем, вот такое вот платьишко с такими стразами. Очень красивое. Попробую заказать на размер больше. Если подойдет, буду рада вам его представить уже на себе. А так, как вы видите, все швы ровные, качество классное. Молния сшита, все хорошо. Никаких нареканий к качеству нету. Все просто, вот знаете, идеально. Вот прям вот, как вот... Лучше даже, чем в магазине, да, в магазине вы смотрите платьишки, где-то куда-то криво шов ушел, где-то что-то, да, а тут как бы все ровно, все гладко, все идеально, просто вот, ну, ничего такого, вот никаких нареканий даже к одежде нет, и, конечно, очень жаль, что оно мало, да, как вы видите. Все прям хорошо сшито, поэтому просто, может быть, мне до этого подходил 46 размер Faberlic, но я заказывала трикотажное платье, они меня очень красиво приталивали, где надо, они на месте сидят, где надо чуть-чуть побольше, они растягивались, где надо чуть-чуть поменьше, как бы после стирки это все корректировалось, садилось по фигурке. Это платье, оно изначально сразу же было мало. Через низ я его не смогла одеть, я его одевала через верх, я застегнула спокойно на спине молнию, все хорошо, все классно, но вот просто в груди мало и в попе. В попе слишком сильно в обтяжку. Наверное, таки надо заказывать вот эту вот серию, надо заказывать на размер больше всем, потому что... До этого я заказывала пиджак с платьем, и получилась та же самая история. Мало именно в груди, вот именно в груди. В попе нормально все было, все хорошо, пиджачок тоже классно подошел, все здорово, а в груди мало и все. Вот как бы вот, я не знаю, а брать размер больше, как-то я вот уже затрудняюсь, как оно будет в попе, оно же будет болтаться на мне. Но ничего. Я думаю, что моя участь в компании Faberlic заказывать только трикотажные платья, которые садятся красиво, здорово и
приятно сидят на фигуре. Остальное, скорее всего, придется ходить покупать магазин, потому что, ну, не могу я подобрать себе какое-то стильное платье, которое не тянется, чтобы оно мне идеально подошло. Да, то есть или оно тесно в груди, или оно мне велико в попе. Вот, одно из двух. Ну что ж, с вами была Кононова Аня. Я желаю вам удачи, я желаю вам хороших покупок, качественных покупок, да, и чтобы эти покупки вам подходили, самое главное, чтобы подходили.